Счастью нужно учиться всей семьей. В выходные в Ярославле прошел первый областной фестиваль семейной культуры. В атмосферу творчества и веселого настроения окунулись мамы, папы и, конечно же, самые юные жители города. О старом новом фестивале материал моих коллег. Роспись шоколадом, плетение оберегов и лепка из цветного песка. Организаторы фестиваля подготовили для гостей праздников десятки мастер-классов и творческих площадок. Занятия по душе смогли найти все – и взрослые, и дети. Это замечательный шанс, как бы попробовать и полепить какие-то свечки, и порисовать, то есть увидеть что-то интересное, чем-то занять ребенка, заинтересовать. Поэтому мы очень довольны, что сюда попали. Фестиваль семейной культуры собрал более 70 творческих коллективов, ярославских предприятий и некоммерческих организаций. Главной целью праздника стало создание приятной атмосферы, которой иногда так не хватает в будние дни. Люди много негатива получают на работе, для людей нужен праздник. И фестиваль, как известно, это праздник. И мы делаем фестиваль для семейного досуга, для семейного времяпрепровождения, для нахождения людям каких-то новых занятий, каких-то творческих увлечений. Несмотря на первый порядковый номер, у фестиваля уже есть традиции. Ранее он был известен ярославской публике как «Город мастеров». Это единственный на территории нашего региона семейный фестиваль, там, где себе занятие может найти и маленький ребенок, и взрослый, и подросток. Я думаю, что это замечательно. Вместе с новым названием «Яркое событие в жизни города» получило и бумажную версию в виде ежемесячного журнала. Это социальный проект, журнал «Всей семьей». Он предназначен для семей города Ярославля. И в первую очередь мы печатаем в нем информацию о детском развитии, консультации специалистов, экспертов в разных областях. И очень много полезной информации о досуге, о том, куда поехать с детьми, каким образом провести выходные. То есть вся информация предназначена в первую очередь для родителей. По мнению организаторов и гостей, обновленный ежегодный фестиваль всей семьей обязательно станет доброй традицией среди ярославских семей.